Детское радио представляет. Кушать подано. И со сметаной не буду, и с маслом. Не хочу я пельмени, мама. Не хочу. Слушаю и повинуюсь, мой маленький господин. Я не маленький, мне уже вот сколько лет. О, целых 5? Тогда тебе, о взыскательнейший из утонченных, подойдут только манты. Манты? А это что? И ты вообще кто? Повар, что ли? Немножко повар, немножко волшебник, о любознательнейший, но не будем тратить драгоценное время. Вот мы уже в древнем Китае, повелитель. Да тут целое войско. Это армия полководца Лян Джуге. Видишь, путь его войску преградила бурная река. Смотри, ему что-то говорит маленький старичок, а полководец расстроился сильно. Не мудрено, он наблюдательнейший из внимательных. Прорицатель сообщил ему, что дух реки требует человеческих жертв, головы 50 лучших воинов. Ничего себе! Полководец задумался и кое-что придумал. Смотри, воины пельмени лепят. Только огромные какие, каждый размером с голову. Лян Джуге обманул речного духа, отдал ему вместо голов своих воинов огромные круглые пирожки с мясом. Так гласит легенда. Отсюда и название Маньтоу, голова варвара. Маньтоу, манты! Из Китая это удивительное блюдо перекочевало в Среднюю Азию и было доведено до совершенства в юртах казахов и киргизов. А еще своим национальным кушаньем манты считают татары и башкиры. Каждый из этих народов гордится им и считает себя изобретателем мантов. О, а теперь мы где? В киргизской юрте. Хозяйка сварила для детишек манты. Вот она снимает крышку с казана. Ничего себе! Я думал, их в воде варят, а они на решетке сидят над водой. Манты варят только на пару. Мясо надо мелко нарезать ножом и порубить топориком. Никаких мясорубок. Попробуй-ка. Ох, и вкусно! И какие они огромные! Кушать подано!